25 июля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. В этот день 1713 года указом Петра I была создана следственная канцелярия. Сегодня сотрудники комитета занимаются расследованием тяжких и особо тяжких преступлений против личности, общественности и государства. Следственный отдел по городу Каспийску тесно взаимодействует с другими правоохранительными органами, учреждениями, органами муниципальной власти и другими ведомствами. В настоящее время в следственном отделе работают 4 следователя. Четырьмя следователями за первое полугодие 2023 года рассмотрено 120 сообщений о преступлениях. В производстве находилось 31 уголовных дел, из которых по Каспийску направлено на суд 22 уголовных дела. В основном это дела особо тяжкой категории против личности, связанные там с похищением, противоположной свободы. Ну, их-то немного, но и другие, в основном, там и должностные преступления. По всем уголовным делам, которые находятся на производстве следственного отдела, принимаются меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. По всем делам вносится представление в соответствующие органы с целью предотвращения этих нарушений. Имеются ответы, в том числе по нашим представлениям привлекались к дисциплинарной ответственности виновные должностные лица. Вместе с тем хотелось бы отметить, что имеется и положительная тенденция в нашей работе, имеется уменьшение незначительного числа убийств, там, других преступлений, особо тяжких преступлений. Ну, несмотря на это, следователи отдела принимают все меры, чтобы уголовные дела расследовали в срок, чтобы права потерпевших в полной мере восстанавливались, возмещался ущерб. Каждый день сотрудники следственного отдела по городу Каспийску проводят колоссальную работу. И, пользуясь случаем, заместитель руководителя следственного органа по городу Каспийску Абдулла Магарамов обратился к горожанам и напомнил, что они могут обратиться по всем вопросам, касающихся их деятельности, в следственный отдел в любое время суток. Помимо этого, в честь профессионального праздника Магарамов поздравил своих коллег. Следователи всех силовых структур, всех ведомств. Они наши коллеги, мы тесно с ними тоже сотрудничаем. У нас общая работа. Поздравить хочу их с этим праздником, чтобы легче была им эта работа, чтобы радовала она их, чтобы приносила пользу им, их семьям, чтобы находили время для своих семей. В общем, поздравляю.